Я обращаюсь прежде всего к преподавателям школ, нашим выпускникам-бакалаврам и выпускникам-бакалаврам тех университетов, где нет магистратуры. У вас есть уникальная возможность поступить на магистерскую программу в наш университет «Современное историческое образование в контексте историко-культурного стандарта». Современная реформа образования выдвинула перед нами задачи подготовки нового педагога. Педагога, который представляет и понимает современные реалии исторической науки, имеет в своем арсенале технологии Московской электронной школы, Российской электронной школы. Обучение на нашей программе всего 2 года. Более того, индивидуальный подход позволяет учиться и совмещать работу. То есть вы будете задействованы только 2 дня в неделю. Как правило, это среда и суббота. Прием документов с 1 июня. Спешите, у нас всего 15 бюджетных мест. И не забудьте справку 086. Педагогическое образование. Современное историческое образование в контексте историко-культурного стандарта.